Hello. Доброго всем вечера. Fine, nice. Ну что, мы на ужине после такого сафари интересного. Вот, снова показываю меню. Сейчас выберем, посмотрим, что есть. Ну, давайте с вами посмотрим. Есть, можно взять и салат, значит, салат, а потом стартер суп или что-то такое крем of pumpkin and ginger. Что-то такое кремовое с тыквой и женьшенем. Имбирь, господи, путаю все время. А дальше или каламари, это что такое каламари? Кальмары с устрицами. И дальше маринованная курочка в подливке из коконат, господи, скажите. Баунти, как его? Кокос, вот. Или, как, или что-то еще, мутончик какой-то, или там для вегетарианцев много опшен, ну, опций, ну, рис, паста или что-то еще. И на десерт, наверное, будет... А, хотел сказать то же самое, не то же самое. Ну, тоже трио, но будет уже все другое и интересное. Так, давайте вы ставите лайки, мы выбираем меню. И потом рассказываем, маму показываем. Тоже комарики кусают, мы намазались, мошечки летают. Ну, вот, мы в саванне, друзья. Наташа тут поймала летучую мышку. Бакарди, видно, да? Да, летучая мышь. Made in England. Как Бакарди баночка и свечка. Бакарди сегодня не будет. Наташа заказала стакан белого вина за $3 сухого из Южной Африки. Честно, хотела Наташа розового, да, но его не было. Сказали, пейте только бутылку. Да, ну то есть можно было взять, как Наташа сказала, один стакан красного, один белого и смешать. Сахара добавить? Да. Сейчас покажу сзади фонтанчик, он плескается. Прикольно. И еще у нас там день рождения будет у ребят. Прикольно. Кстати, как комары, вот нам описывали, мажьтесь там шею, руки. Но я намазалась, и так особо, как в ЦАО, помню, мошки летали аж в рот, комаров нет. Хотя Наташа вот говорит, есть, ее уже покусали. Это прикольно, что они выдали это. Да, там же стоит этот вот и крем очень вкусный, как лемонграсс. И умывалочка. Ну, видите, летают мошки, летают. Вот, но когда Наташа рядом, я в безопасности, потому что кусают, в принципе, только ее. Уже поставили нам хлебчик, мы сделали заказ. Заказ разный. Заказали и салат, стартер включен, и роллы, спринг-роллы. Это, наверное, какие-то вьетнамские, вот такие, как голубцы их завернутые. Посмотрим. Супы мы заказали два разных. Основное блюдо два разных. И десерт снова будет трио, но трио будет другое. Там будет ананасик. И что-то шоколадное, какое-то белое шоколадное солями и просто шоколад. Что-то будет интересно. В общем, ставьте лайки, берите вкусняшки. Ты собрала всех мушек где? Да? Да, поняла. Я включила вспышку. Оставайтесь с нами. А вода? Принесли уже вино. А вода? Water is free, yes? Sorry? Water is free? We don't know. We don't need water. We don't need water, we need only wine. You need only wine? Да, yeah. We don't order. Ну, okay. Хотели нам уже воду впарить. Спасибо, мы вот свою водичку взяли, еще есть у нас в номере. А так даже странно. Мы хотели водичку пропить. Да, не так-то все просто. Ну что, попробуешь это, надеюсь, вкусное сухое вино? Ну да. Может, он понял, что это ты сказала ему, что у нас есть, и он понял. Ну что, сухарь такой. Можно вино называть сухарь? Ну не знаю, наверное, можно. Хорошая. Вот и салатик. Ой, запах такой от салатика, знаете. Свежатинка такая. Ваше здоровье. Дайте. Ну давай. Охлажденная, очень вкусная. Вкусная. Ну здорово, что ты взяла. Наташа еще так колебалась. Да возьми это, уже это, как бы. Это не сухое-сухое. Это не сухое. Это не сухое-сухое. Вот я теряюсь в этом количестве вилок, ложек, этих ножей. We did not order water. She bring us water, but... It was for another. It was for another, okay. It was for the next table. Я просто сказала, чтобы на счет не записали на всякий случай. То мы уже за кофеек должны заплатить за вино. Ну давай, Наталья. Салат просто вот чувствую, знаете, в такой, наверное, вкусной приправе какой-то. Офигенно, да? Просто, знаете, запах такой уже как-то... Я не могу описать. Может, какая-то горчица с чем-то вкусная. Майонез, не майонез, а не горчица. Не вот, знаю. Вот он, не, он уже ставил салат, и салат уже, вот запах был такой прикольный. Ну, тут, по сути, салат, черри. Вот, ну, да, вот это вот все вот в подливке. Все дело в подливке, все дело в хвосте, в общем.
а хвост чувствую вкусный. Вкусно. Что принесли? Вот спринг роллы. Жареные? Ну да, жареные. Ай. Ну, вот мы спринг роллы, по-моему, впервые в Вьетнаме попробовали. Ну за то, что там какие были? Там же не жареные были, а были такие завернуты в такую бумагу. Да, еще вот там спринг ролл. Так, потом разваливается чуть-чуть. Мне кажется, их руками надо есть. Он мне, конечно, оставил вилку. Какую-то вот морковочку, чеперчик, что-то такое. Ой, ладно, сейчас. Покажи. Ну что, нормально? Вегетарианское что-то, да? Да, ну да. Ага. Да. Спрингролл, что, это ну, дома? Спрингролл, это сколько из овощей. Да, конечно, крабы можно класть. Кто запрещал? Там пишется, что с крабом. Спрингролл с крабом. Ага. Слушай, а вкусное. Так, знаете, что мне сейчас напомнило? Вкусную тушеную капусту. Да ты что? Угу. А соус есть? Да. Ой, соус. Який соус? Соус есть. Да? Какой-то он как из тыквы. Не остро очень надеюсь, ну ладно. Ну вот эти мясные шарики были дуже смачные. Как рагу. Рагу? Угу. А, как из этого? Кабачка? Да. Ролл очень вкусный. Сдеваешься, да? Ролл просто кайф. Я это даже макать не буду, это просто потом нажму и выпью. Да? Угу. Ну, такой салат. А ты что? Просто если приносят... Ну, долговато ждать. Ждешь, что если салат поел, ты уже после сафари уже не есть, уже жрать хочешь. Да. А тут 10 минут такой, где роллы? Ну, понимаешь, можно там подавить или поджарить, но он так... Как бы, конечно, опять-таки, да. У шведского стола своё преимущество. Вот это вот приношение блюд своё преимущество. Кстати, можете написать в комментах, что бы вам больше понравилось. Наталка, приступай. Принесли суп, Наталенька смеется и говорит, что тебе так мало, что мне бесится. Я извиняюсь, это как будто бы чихнули. Да, это у меня тыква и имбирь, а у Наташи лэмб, ягненок. Ну, тебя чуть-чуть больше. Да, тут с жирком. Ну, давай, попробуешь. Он, наверное, остренький, да? Ну, да, там же было написано спайси, поэтому я его взяла. Даже это мясо есть. Даже мясо? Это которое осталось с обеда, которое не жевалось. А было лэмб разве? Ну, нет, была говядина. Ты что, завтра у тебя бургер будет? Наталка все проживала, все нормально. Я не хочу завтра бургер. Вкусненький. Ну что, да? Делать, да? Обалдеть. Вообще этого запаха ничего нету. Может, он не должен быть? А ну, мой попробуешь или я буду пробовать? Или ты будешь пробовать? Я могу попробовать. Да? Ну, правильно. А, подожди, что же я? Ну, ложка можно? Да, конечно, кстати, пожалуйста. У нас был кэрот сегодня. Ой, сегодня это было? Имбирь. Сегодня это было вчера, я думаю, что это было в вчера самбуру. Было. Ну что? А, ну немножко отличаются. Ну да, у тебя лэмп, а это все-таки. Не-не-не, я с... А, да, там была вкусная морковка и имбирь. Да, и, по-моему, мы видео не делали, я, по-моему, какой-то шортс просто сделала. Ну, прикольно. Ну что-то, чтоб ты не объелась, не дай бог, конечно. Ну ничего страшного, еще ж будет два блюда. То есть мы, как уже сказали, вот неудобно ждать. Не, мне не нравится. Вот ты ждешь, то есть у тебя шведский стол, ты пошел, взял. Мы ждали салат, потом ждали прилично так, ждали роллы. Угу. Ну, то их точно готовили, но они очень вкусные, мне понравились. Ну суп там, ладно, из общей кастрюльки налили. Сейчас еще ждем основное блюдо, а потом ждем десерт. Ну то есть, по сути, мы ждем. Ну, это ж надо понимать. И когда ты спешишь, мало, просто это не совсем удобно. Сейчас не сезон, они не будут тебе наготавливать, хотя странно, что там наготавливают. Ну, тоже как те бы. Же 26 человек, тут 21, а там ну, 20. Как, мне сейчас нравится, мы не спешим, мы сели, мы как в ресторане, нам приносят вот суп, чтобы не объесться. Ладно, приступаем к супчику. Вы тоже можете, кстати, снова-таки поставить ваш коммент, если вы еще не написали, все-таки, что лучше. Вот такой вот ресторан или все включено? Да, и посмотреть, как мы едим. Да, ну и сами поесть, конечно. Наташа спрашивает, зачем забирают приборы. У нас тут лежало, ну забрал, не знаю, чтобы я либо никого не прибила, либо не пользовалась. Кстати, было в супе 7,5 ложек, я считала. Мужчина, видимо, увидел, вот официант, что я считаю, подошел, говорит, вам добавить суп, а говорю, не надо. Я вызывала тарелку, то... Я просто выпивала из чашки, ну, чтобы выпить. Такой, вам добавить супа? Я говорю, да не, ну нет, спасибо, конечно. Все нормально. Ну зачем, давай еще старты, это, ну, как бы, простите, уже время, я вам скажу так, хорошо, после 6 уже 8:20, пока мы в 7:30 пришли, дожидаемся блюда уже. Блин, а я не считала, сколько у меня. Я ем и ем. У тебя чуть больше, тебе повезло. У меня 9. Ты что? А, извините, Наташа ослепила. Кстати, если бы не камера, если бы мне освещали еду, я даже не понимала, что мы едим, да. Честно. Чикен. Чикен? Ух ты, какая чикен. Какая, ого.
А это картошка? Это картошечка вот так вот, да. Хеопса гора. Ой, будешь кости есть. Да, вот это вот я не люблю, кстати. Я думала, там филе будет. И тебе гора картошки, и тебе интереснее. Вот это я хотела смотреть. Да, thank you. Кстати, ну с другой стороны, как сказала Наташа, что если бы здесь было больше света, наш корабль летел так, что вообще... Сейчас вам увеличу, кстати, там вдалеке. Там, где свет, видите, как машкара танцует? Талочка, ну давай, сначала ты свой мутончик, чешу там у тебя попробуешь. Я думаю, что я не прогадала, а ты будешь косточки есть. Хотя так красиво сделано. Ну да, красиво, но честно, я думала, там филейка. Надо было спросить. Ну, немножко погрызу, все, не буду. Так, стаканчик надо отсюда убрать. Кайф. Приходи ко мне в гости. Не, честно, я думала, что после того, как они готовят говядинку, я не могла ее проживать. Они умеют готовить. А вот мутончик, да. Барашка они приготовили. Класс. Вообще обалдеть. Ну, тоже такой. А это оно подваренное. Попробуй картошечку еще. Ну, нормально. Морковка не вареная, а хорошая. Да, хорошая. Она, по-моему, свежая, но как бы, не знаю, что смотрит. Чуть-чуть. Угу, давайте я прямо отсюда вот подсниму. Это как жареная, слушай. Нам жареная картошка. Ну, да. Ну, сказали, курочка в коконате. Будь осторожна. Попробуй. Вонючка. О, вот. Он летает. Вонючка, давай отсюда, пожалуйста. И от меня давай. Все. Нафиг. Картофель. Ну, картошечка, мне кажется, вообще такая просто домашняя. Такая, наверное, шикарная. Вообще можно было в такую кучку ее слепить. Жареная картошка. Спасибо вам. Спасибо, Люда. Спасибо. Да? Наталенька аж дрожит ее. Я не знаю. Кстати, принесли очень быстро. Просто где-то мы даже минут 5 не ждали. А ну давай я буду курочку пробовать. Давай. Картошка amazing. Мясо вообще зашибись. Да, а у тебя еще и соус какой-то. Захотелось курочки. А, это, наверное, еще этот коконат соус. Да? А почему он такого цвета? Честно, вот если ты не светила, я бы плохо обрезала. Слушай, давай. А ты обрати внимание, какая маленькая курочка. Это ж тебе не бройлеры, которые... Ну, давайте попробуем. Ой, к тебе жук вонючка прилетел. Вонючка, не трогай, а то он сейчас это помрет и оставит свой незабываемый след. Курка офигенная. Да? Мягкая. Соус прикольный. Коконат, честно, кокос не чувствую. А может, она не коконат? А, не, было заявлено. Ну, курка мягкая, класс. Я просто буду так ее тихонечко разделывать. Я хочу там косточку, уже ладно, возьму. Отдаст Наташ. Наталенька все дает. Смотри, нельзя освещать, потому что у тебя уже в этом твоей тарелке уже кто-то там наслаждается жизнью. Вкусно, скажи. И морковка хорошо. И вот эти вот горошек, я даже не знаю, оно, наверное, дорогое. Да, у тебя-то я не обращаю внимания, там такой... Что-то дорогое? Водевиль. Вот эти вот... Какие вкусные штучки вообще, кайф. Это горох, что не знаю. Может, это фасоль такая какая-то? Стручки. Да, стручки. А картопельку попробуй. Попробовать не смогу уже. Ты попробуй, это вообще чокнуться. Хотя лук такой, типа, зажаренный вообще, но не чувствуется. Домашняя картошка мягкая. Я же думала, она пропаренная, может, даже какая-то вот, не вкусно. Жареная. Народ, вот это фантастика, реально. Фантастика. Класс. Ну, еще раз про курочку. Это потрясающе. Вкусная такая, курочка, да? Это такая курочка, она мягенькая, просоленная. И соус реально с кокосиком. С кокосиком, да, чувствуешь? Да, это вкусно. Наша со мной поделилась лэмбом. Он для меня такой ход, такой острый. Да, я ж не знаю. Нормально. Сижу, у меня пожар во рту, реально. Нормально. Прямое включение. Я просто, у меня не хватило сил доесть курицу. Я половину только съела. Наташа выручает. Ну, говорит, безумно вкусная курица, соус супер, поэтому, ну, ничего, он просто, ну, правда, он уже полдевятого. Правда, я беру это, не то, что я уже тоже. Ну, очень вкусно, действительно, очень вкусно, но я планирую сладкое съесть точно. Ой-ой. Ну, ты тоже, да, ну, тоже молодец. Планах поэтому надо что-то оставить. Ого, вкусман. Ну, курица с соусом хороши. Хорошо они сделали, мягенькая такая, может, даже пропитана чем-то. Соус необычный. Ну, интересно, что будет на сладкое. Да. Друзья наши друзья принесли нам уже красоту. Так, что-то здесь ананас. Я даже не знаю, что здесь ананас. Это, наверное, это вот белая колбаска. Колбаска. Шоколадная там была. White что-то chocolate там, salami. Да. Вот это вот это, наверное, значит... Как, короче, ешь давай. Это, значит, шоколадный мусс. Это что ли, что-то с ананасом? Я не знаю. Так, ну, наверное. Давай, честно, уже спать хочется. Так
конечно, долговато. У меня постоянная температура 37,2. Но мой друг понадол со мной, как я вам расковыряла здесь. Похоже, это такие ананасы, наверное. Знаете, мне нравится, что он такой вот крошится. Песочное печенье. Ананас внутри. Да, дальше? Пирожное. Вот это новость. Просто люблю такие песочные пирожные. И пляшку. Класс. Так. Танцуем дальше. Давайте шоколадный мусс. Вообще мягенький. Ух ты. Вкусненько. Как цейка, клубничный был? Угу. Вот, я клубничку даже. Да, кремчик с клубникой. Прямо на облачке. Вкусно такой, знаете, этот крем намазали. Заявлено не было, но вкусно. И... Ой. А нож забрали уже. Поздравляю. Не, и у меня нет. И забер... Простите. О, кого упало вилку. А как же это есть? Оно полое? Не, ну не полое, что оно полое. Смотрите, полое. Сейчас, сейчас я отгрызну. Ну, нож удалился. Выбачайте. Некультурно так смеяться, да? Ну, мало ли. Бывает. Ну, было ж смешно, да. Прикольная такая. Ты что, там шоколад белый? Угу. Серьезно? Белый шоколад? Вообще, мотор. Сладкий, но в меру. Тягучий даже какой-то. Нет, а что там? А, это оно в этом, в каких-то соусах. Не, мне кажется, даже... Оно уже в чём, оно уже во всём. Ой, ой, я не могу. Насмешили мы вас, да? Как-то не съедим. Да. Ну, вкусно. Десерты вкусные. Вот такие сегодня были вкусняшки. Браво. Пишите ваши комменты, ставьте лайки, нам будет приятно. Наслаждайтесь.